Привет всем, привет, привет, время ночь, и как обычно, я люблю это делать, открывать подарки, когда никто не мешает. Итак, что у нас есть интересного? У нас нулевая на Ева, как вы могли заметить, да? Вот, как бы, дальше кольца зверей у меня тоже нету, наверное, тоже могли заметить, да? Ну и, конечно, наш любимый Блендер, он у меня 13-й, ну, выпадет 3 раза, честь ему и хвала. Не выпадет, ну и фиг на него вообще. Ну, то есть, в общем, я выкупился, я всегда делаю как. Как только я выкупаю все подарки, то есть потом уже смотрю, что будет и как. Давайте без долгих отлагательств. Что? С первого выпадет кольцо, нет? Давайте, ставки. Давай. Раз, два, три. Вот. В общем, нету сразу. Кто там с первого вытаскивает, да, говорит? Ну, вот мне не фартит с первого, конечно. И сразу говорю, генетику шау, ребят, я не показываю, но вот звезды у вас на экране, то есть тут все видно. То есть, если звезды будут выпадать, очень хорошо. Это вот здесь бесплатки, плюс там один по нечаянности купленный. И еще дополнительно я там, ну, набрал, короче, с клубов я там тусовался. Но с 50 подарков должно быть третье кольцо. Хотя бы. Ну, может, четвертое. Ох ты, нифига себе падает. Ну. Вообще, почему начал открывать? Буквально получается, там осталось 1-2 дня, и начнется новая акция. То есть, все у нас концовка вся. Мы ждем биржевой кризис. Те, кто не успел что накопить, ну, вот как-то так. Эти звезды я тоже, которые есть, я уже, наверное, тратить не буду. Ну, Бендер нужен, сразу говорю, нужен где-то 19-й. Но меньше он не имеет никакого значения. Вообще просто там. 13-й он уже, все уже хорошо. О, 750. 750 это круто. С самого мелкого. Итак, царь зверей второй. Но вообще должен быть третий или четвертый. Я говорю, то есть это чисто проход на халяву. То есть так, 290. Третий. Отлично. Отлично, отлично. И будет еще. Что-нибудь еще. Давай еще. Должен быть четвертый, ну. Давай, раз. Два, три и кольцо! Блин, не фартануло, ну ладно. Итак, у нас, короче, кольцо валяется, все, оно у нас третье, выбил еще тут звезды, ну ладно. Итак, нанаева плюс 2 должна быть, не больше, а так как это бесплатки, я думаю, что вообще не будет ее просто. Ну, главное звезды, если честно, вот нанаева мне не важна, а вот звезды мне очень нужны. Звезд нету, и мне не хватит на всю акцию прям. Так, отлично. Наноева первая есть. Блин, сколько падает вообще просто. Ринги, звезды падают. 32. Плюс 2 я рассчитывал на Наноеву. Но думаю, скорее всего, ее плюс 2 не будет полностью бесплатки, да? Один. И два. И два. Может, посмотрю еще, может, куплю пару подарков, так, ну, не зафулить, так, для проверки, короче. Ну и последний. Все, ее нету. Вторая, короче, получается. 8 дней, один аркон, один раз в день. Так, а надо на 2. Короче, 2 раза 10. Еще одну надо вытащить хотя бы. Еще одну. Ну, чтобы было. Ну, ладно, не критично. Ну, и самое веселое у нас, то, что осталось. 13-й у нас он. 13-й. Ну, ладно. Блин, я не знаю вообще просто. Будет падать прям вообще круто. Падают только звезды, да? Вот. 3000 звезд уже вытащил. В общей сложности. Да, блин, даже один, наверное, не упадет. Ну ладно, не критично. Я говорю, для меня вот эта вот волна, она как бы, ну, такая проходящая, проходящая. Блин, одни звезды падают. Я что такой заговоренный? Может, их вытащили у меня из призов? О, есть, один есть. Рассчитывал на два. Вообще-то. Хотелось бы три, но думаю, только два будет, скорее всего. Или вообще один. 10 еще. Зато боев повыпадало. Энергетиков. Ну еще один. Ну. Давай. Один еще. Последний.
Фиг, короче. Бендер тоже не падает, ну и пофиг. Вот на Наеву еще одну надо. Ну, короче, Бендер выпал, ну, никакого, короче, роли он не играет. 14-й, ну, так и не дает ничего. Ну, то есть 16-го, как бы, вытащить это просто нереально. Я не знаю, как их вытаскивать. Самое классное, я говорю, ты когда вытаскиваешь, это вот, ну, на новогодние, там, возможно, или на 9 мая на биржевом. Все остальное, как бы, ну, не очень удобно. Ну, что делать, вот, что вот. Давай. Давай возьмем два вот этих. Еще, ну давай. Нет. Давай еще два. Не, ну это издевательство, конечно. Это прям издевательство. Она не должна падать. Макс, как ты ее вытаскивал, собака, ты серая. Я тоже так хочу. Все. Отлично, на Ева третья. Больше качать не буду. 10. 20 я, короче, арконов с нее вытащу. Ну, ладно, хорошо. 20 арконов уже нормально. Он видел, уже хороший пришел. Прям идеальненький прям выпал. Прям вообще айс, прям огонек. Ну и так, грубо говоря, мы подойдем. В общем, 6000 звезд будет у меня. 1000 рубинов на биржевой кризис. Ну, это все, что, короче, видимо, я накопил тут. Ну что, будет еще обзорчик, покажу все, короче, накопления, начиная с Нового года, посмотрим, потом и скрутимся, и все. Ну, а честно, Нанаева третья с докупом, да, Кольцо зверей тоже третья, ну, это понятно, а вот то, что Бендер не выпал два раза, ну, это печально. Может, думаю, еще докупиться, чтобы хотя бы до 15-го докачать. Жалко, конечно, вообще один выпал с 30 подарков. Ну, должен выпасть еще один, причем где-то подарков с 5-6. Думаю, я его добью. Ладно, всем спасибо, кто смотрел. В общем, не сильно везет так. Своеобразно, короче. Фу, короче, фу, не, фу.